Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас очередной обзор игры «Медицинские сердца. Докторская присяга». Ну, так если дословно переводить, как правильно, я толком не знаю. Продолжаем. У нас сегодня второй обзор. Вот наша главная менюшка. Получается, я должен пройти четвертый уровень. Наверное, вот это вот он. Да, смена 4. Играем. Ординаторский вторник. Эй, а что ты не используешь свою новую кружку? А, прости, оставила дома. А, ничего, просто здорово, когда ты из нее пьешь. А лучше врач на свете. А что-то случилось? Нет, просто я говорила с Оливией, курс доктора Эрми я заваливаю. И если я не выкручусь на сменах за один семестр, мне уже не видать докторского звания. А что, я поговорю с ней. Не надо, от тебя она тоже не в большом восторге. Но я все равно в тебя верю. Ясно. Так, получите бонусы за скорость 25. А, то есть 25 человек, типа, нужно обслужить или что? Награда. Ладно, пробуем. А что это у нас? Новый участок. Ага. Только нам про него не этот. А, вот быстрое назначение, да, плюс 2 уже. Я думал, что будет по-другому чуть-чуть. Так, нужно повязку взять. Сюда теперь. Быстрое лечение. Быстрое назначение. Так, нужно ее наверх. Все, она поехала. У меня уже 6 этих бонусов. Так, хомячка нужно вычислять как-то. Так, а его куда? Сюда? Ух ты. И что теперь нужно делать с ним? Кто-то видит хомячка? А заполнение форм и документов — неотъемлемая часть нашей работы, мисс Харт. А коснись зеленой области, чтобы заполнить бланк. Коснись всех зеленых областей, чтобы заполнить бланк. На этом все. Так, вот наши эти довольны. В принципе, можно их отпустить, да? Комбо. Быстрая выписка и так далее. Так, следующее... Девочка. О, вот хомячок увидел. Сюда теперь. Хорошо, а то я один раз его пропустил. Теперь как бы переживаю, что чтобы его нигде не пропустить. Так, здесь все я поправил. Так, обыскиваем этого молодого человека. Теперь сюда его. Так, и нужно им гипс повязку наложить. Так, теперь сюда. Эй, немного не так. Так, эту тетю сюда. Сюда. Тут убрать нужно. Кстати, нужно вот запасы свои пополнить, да? Давай, давай, давай. Отлично. Так, эта девушка вернулась. Наверное, я их отпущу все-таки. Быстрое назначение. Осталось всего 4. Так, теперь форму заполняем. Так, здесь зеленое, здесь и здесь. Отлично. Ай, 2 сердца. Не 3. Так, ну у меня еще по идее один клиент. Я должен успеть все сделать. Вот, быстрое назначение. Все, я выполнил свою тут вот задачу. А почему? Там же было плюс 2 вроде бы. Вот, быстрое лечение. А, кстати, можно еще кого-то пригласить, да? И смена завершена. Так. Тем более, тут вообще не сложно, по идее, только вот проставить подписи. Всего одну. Вообще класс. И троих теперь комбо-выписка. Заработал целую кучу сердец. Смена пройдена. Хомяк получен. В общем, все прекрасно, все замечательно. А единственное, что пока игра только вышла, у нее такая оптимизация не самая хорошая, как по мне. А вот главное меню подтормаживает. Можно удвоить результат. Класс, такого раньше не было.
А, получается, это мне что, дали 268 сердец вместо 134. Классно. А, открыто составной предмет. А, совместите несколько предметов, чтобы выполнить один запрос. А совет лучше иметь на подносе запас материалов, собранных из нескольких частей. Ясно. Так, стоп, а выйти в меню и улучшение сделать, или это пока просто заставка, да? То есть охранник ушел, а он там что-то вычисляет. И никто на него внимания не обращает. А, у него нога там разодрана, так что он не бандит. А кто-нибудь поможет мне или как? Это же больница. А я к нему не прикоснусь, он ужасно воняет. Врач обязан помогать всем. А его обязанность хотя бы иногда принимать душ. А почини мою ногу, малой. Я видела, как этот тип ошивался на той стороне улицы. Думаю, он под наркотой. Похоже, это твой пациент, Эллисон. Идемте со мной, сэр, я вас осмотрю. Так, а приятно встретить тебя здесь, Дэниел. А ты давно не посещал курсы психотерапии, я стала беспокоиться. Я в полном порядке, Сэм. А сон улучшился, таблетки от панических атак больше не нужны? А мне не были нужны даже те первые, что ты выписала. А потрясающе, но не строй из себя героя. А нет ничего постыдного в приеме необходимых лекарств. А пока используешь их по назначению. Типа конкурентка, да? Что-то здесь не так. Такая музычка зловещая. Так, а что с тем пациентом? Нам не показали, как его лечить. Так, хомяк есть, кусочек пазла есть. А, так подождите, это пазл пошел уже собираться в следующую локацию. А у меня там вот еще боковая какая-то. Ладно, я пройду еще один уровень основной. До пятого, чтоб, а потом вот вернусь на боковую эту. А, хотя вот там корзинка какая-то, может стоит все-таки купить. А, вот поднос еще плюс один. Одно место и плюс один к максимальному запасу. Поднос я покупаю. Это нужно, да? Вот, хорошо. Купил. А вот еще одно место пока не могу. Так, с подносом разобрался. А чтобы получить кусочек пазла, получается, нужно вот эти вот два дополнительных уровня пройти. Как-то не совсем понятно. Давайте все-таки я их пройду, наверное. А морские свинки на свободе. А пока не открыто ни одного усилителя, необходим уровень 4. Ясно. Ну, сыграем. А наберите 100 очков за поиски морских свинок в ординаторской. Ха-ха, прикольно. То есть мне здесь ничего, наверное, не делать, просто искать свинок, да? Вот. Ой. Ой-ой-ой. Что-то у меня в глазах от них рябит. Вот еще одна. Где я? Время что идет? Я не вижу. Опа. Почему так? Такая пауза какая-то была нехорошая. Время что идет? Вот опять они пошли вылазить. А, все, уже набрал. А то я жму на... Нет, не набрал. Блин. То есть цель я не достиг, да? Стоп. Так, а там почему-то 75 указано. А, вон та пауза, она меня, конечно, подвела. А, из-за этого я не прошел испытания. Ну вот я удвоил себе награду. Продолжить. Я хочу еще раз попытаться. А, то есть цель не достигнута. Пазл мне не дали или достигнута? Наверное, не достигнута. Поэтому пробую еще раз. Так. Играю. И вот эта менюшка, главное, подтормаживает, конечно, но ничего. Не смертельно. Так, вот
один раз хомячки перестали эти вылазить, я из-за этого не успел. Вот опять не вылазят. А время-то тикает. Я только 40 баллов набрал. Опять вот время тикает. Ай. Где? А, все, я выполнил. Вот теперь я успел. Отлично. Заработал лишний сердечек. Могу их сейчас, по идее, еще удвоить, да? Испытание пройдено. Оливер. Но он уже был найден. А, удваиваю результат и получаю целую кучу сердечек. Супер, то есть я теперь могу купить вот это улучшение, чтобы плюс одна полочка, ну, чтобы плюс один материал на полочке был. И, соответственно, могу пойти к четвертому этапу, вот туда боковому этому, чтобы получить какой-то там крутой кусок пазла или что это. А, вот, плюс один к максимальному запасу на полочках. Покупаю, как раз у меня вот почти под расчет все. Супер. Так, и вот сюда, в боковую, это первое ответвление. Испытание А2. То есть, то было А1, теперь А2. Приказы Эрми. Давайте попробуем. А, принести то, что просит Эрми. 5 раз. Интересно. А что он просит? Вот подарки, улучшение предмета. И вот полочка. Так. Эрми просит сюда. Так, ой, стоп, нужно ему бластер наложить, блин. Есть. Хорошо, эта девочка сюда. Так, нужно ее осмотреть, а для этого нужно успеть. Успел. Нужно теперь восполнить все. Уже по 3 там, да? Так, сюда. Это сюда. Сюда. Осмотреть. Ой. Так. Сюда. Отлично. И ему тоже такое же, да? Так, можно отпустить тех людей. Девочку сюда вот. А нужно ей пластырь наклеить. Ух ты, не понял. Ой. Короче, не очень хорошо все получилось. Ее сюда. Ему вот этот вот бинт. Так, а ее нужно отвезти вот сюда. Все. Я выполнил свое задание. Поэтому осталось только... А, хомячка только я не взял. Я где-то слышал его. Где-то я его слышал. Где хомячок? Я все, что нужно, мне сделал. Теперь только нужно хомячка вычислять. Блин. А, все нормально, да? Она уходит довольная. Где же хомячок? Ну. Я так был занят основным заданием, что просто про него как-то забыл. Вот, увидел. Самое главное. Все, они довольны. Можно их отпустить. Кстати, надо кого-то позвать, потому что конец времени. Так, есть последняя пациентка. Ей тоже вот эту штуку. Нужно припасы пополнить. И потом ее обслужить. Все. Счет, смотрите, какой большой. 171, да? 171 сердце. Просто здорово. Испытание и Оливер. Все есть. Да, так приятно. Это бонус, когда в 2 раза больше получаешь. Мне кажется, хватит, чтобы купить все улучшения, да? Когда они будут... Вот, выполнили это задание. 5-е. И смотрим, что нам за него дадут. Вон, там пазл какой-то.
А, вы нашли пазл с персонажем. Коснитесь, чтобы перейти на экран пазла. А, это персонаж. А, испытание Хавьера. За прохождение испытания на каждом уровне вы получаете фрагменты пазла. А, у нас уже есть один фрагмент. Перетащите его на доску за пазла и разместите в нужном месте. Не совсем понимаю. А, вот получается этот кусочек, да? А куда перетаскивать сюда? Нет, не так. Нужно разместить фрагмент в подходящее место. А какой фрагмент? Я что-то не пойму. Вот же. Вот так. Отлично. Собрав пазл персонажа, вы увидите интересную историю об этом персонаже. А еще получите 10 алмазов. А чего же вы ждете? Давайте собирать фрагменты. Все, понял. То есть тут... Просто она так все подтормаживает чуть-чуть. Что не очень-то удобно. Это еще один пазл. Так. Попробую его еще поставить. Так, и вот. Я так подозреваю, что это не последний, да? А, может вниз листать можно? Еще один нужен, да? Так, можно листать вниз или нет? А, да, все-таки можно. Наберите 60 очков и пройдите уровень. Это типа достижение. Вот, есть кусочек. Здорово. Вот бриллиантики. Получаю. И можно посмотреть историю. Вот сами истории не тормозят, а вот именно... А когда металлодетектор запищит, я проверяю. Это про его сына, наверное, да? Похож. А, история не тормозят, а вот именно главная менюшка тормозит. А, привет, Хавьер. А, доброе утро, доктор Сэм. Стоять. Сожалею, сэр, но мне придется вас обыскать. А, но я ведь уже который месяц здесь хирургом работаю. Я знаю, поднимите руки, пожалуйста. А, безобразие, доктора Сэм вы почему-то без обыска пропустили. Она милая женщина. А я... А вы не женщина и не милая. А все в порядке. А, вот так твой папа следит за безопасностью в больнице. А теперь перейдем к главной задаче дня. А к чтению гороскопов. А, страница 2. Ага, вот, Водолей. Вы разбогатеете, сами того не ожидая. О, да, ого, да я сегодня везунчик. Может, хоть машину новую наконец-то куплю. А, новый дом без бабули и красивое украшение для твоей мамы. А ты бы что купил, сынок? Только подумай как следует. Это огромная ответственность. Конфеток. А, но ты уже можешь представить что угодно. Но я хочу конфеты. А, доброе утро, доктор София. Как поживает малыш? А, прекрасно, Хавьер, спасибо. О. Это ваше? Нет, не мое. Оставьте себе, увидимся. Может, там конфетки лежат? Четвертак. Не на такое богатство я рассчитывал. Но разбогател же, да? Дай малому, чтобы он купил конфетки, да? Автомат с вкусняшками. Я иду к тебе. Вот, получается, у всех желания сбылись, да? Люблю тебя, пап. И все-таки это богатство, да, дети. Вот такая вот интересная история была. Красивая и отличная. А, так, я вот нажал сюда на вот такую стопку с покупкой. И мне вот дали 4 карточки на покупку. Ну, типа, что новые предметы, да? А, кушетка плюс 1, кресло. А, плюс 1 к терпению на кресле. И плюс 4 сердца в кресле. А, денег у меня хватает, в принципе, да?
Вот, 300 на плюс 4 к сердце к креслу, поэтому я их покупаю. Нужная штука. Хорошо. Так, и можем идти, в принципе, вот, как сказать, боковое какое-то ответвление. Вот на него нажимаю, это что? Этот предмет приносит вам одно сердце раз в 10 секунд. Обратите внимание, полученные сердца попадают в накопитель, откуда их нужно забирать. Прикольно. А я этого не этот. А что значит 3 бриллианта? Это за бриллианты или как? Купив генератор. А... То есть я, допустим, купил за 3 бриллианта. Что это значит? Ну, в общем, не знаю. Вот он их копит, потом, возможно, кучу накопит. Ладно, все, идем дальше по заданию. Я могу пойти вот по основной линии, могу пойти вот сюда в сторону, да? Вот сюда. А бесконечные пациенты на время. На время АЗ. А, это как опять вспомогательное задание, наверное, выполняю его. Как раз скоро уровень должен повысить, там еще что-то новое откроется. А, наберите 135 очков в этом испытании на время. Ну, попробую. Награда бриллиантики плюс кусочек пазла. Так, вот еще новый предмет. Таблетки. Так, нам же их не учили. Так, на кушетку. А что, он хочет перевязку? Как раз вот я ее сделал. А, не забывайте использовать кнопку «Следующий» в уровнях на время, чтобы получить... больше очков. Нажимаю следующий. Так. А ее можно использовать сколько раз хочешь, да? Сколько хочешь. Так, кресло. Там больше сердец в кресле я получаю. Осматриваю. Так, все, она довольна. Использую следующую кнопку. Так, на кушеточку, пожалуйста. Ой, перевязка. Да перевязку ж бери. Так, я слышал хомяка. Где хомяк? Блин, нет хомяка. Ай, гипс нужно. Точнее, как она там называется? То же самое. Так, вот нужно, получается, заполнить запасы свои. Отпустить. Вот, отлично, в кресло его. Счет уже 80, осматриваю, срочно. Так, вот он довольный, следующий. Так, в кресло, там еще один идет. Так, а его сюда, этого осматриваю. А этого нужно вот в тачку посадить. А, так, время, блин, я не успел. А почему так мало сердец? А, этих нужно отпустить. Я думаю, вот и хомяк, кстати, здесь. А все равно я не успел. Блин, чуть-чуть. Восемь сердец не успел. Надо было чаще нажимать следующее. А я почему-то не пользовался этим. Да, обидно. А, удвоил монетки, точнее, сердца вот. А, но это не засчитало вот сюда, в награду. А можно ли как-то переиграть сразу, не выходя отсюда? Наверное, нет. Поэтому я сделаю улучшение на главном меню. То есть вот здесь я, получается, хомяка взял, все хорошо, только пазл не получил. А вот магазин покупок. А я уровень получил. Почему мне об этом не пишут? Так, вот, покупаю плюс терпение. Вот. Кресел мне хватает, ничего такого. Но все равно куплю, пускай будет, а что делать? Вот. Ну и еще раз пройду этот уровень. Надеюсь, теперь просто буду активнее эту кнопку юзать, которая вот дает нового клиента. Я думаю, справлюсь. Так, на слабоне не спешил.
Хорошо. Улучшение участка, новый участок. Так, давай в кресло. Следующий клиент, пока этого осматриваю. Следующий на кушетку. Вот уже, кажется, вот молоточек берем. И зовем следующего. Вот уже нужно его звать, да? Пока я поправляю, вот эта девушка приходит сюда. То есть нужно вот так вот ее осматривать. Все, довольная. Следующего зовем. Можно было даже раньше его звать. Так, тоже осматриваем. Вообще все просто пока. Что, уже тоже? То я просто помню в обычных уровнях. Так. Так, как-то они вообще все чересчур просто. А, сюда к полицейскому. Вон еще один идет. Так, а его сюда. А сюда. Так, кровать. Отправляю, осматриваю. Так, что нужно? А, на кассу, там места нет. Хорошо. Всех обслуживаю, следующий. Так, девочка в кресло. А, нужно лейкопластырь. Давай быстрее. Хорошо, тоже в кресло. А, этот гипс. Ну, не гипс, как она, повязка. Так, следующий клиент, срочно. А, осмотр полицейским, еще одного. Так, в кресло, что, все уже, время вышло. По-моему, сейчас все хорошо должно быть. У меня уже 109 звездочек. Сейчас у меня их будет просто немерено там, да? 155. При необходимых 135. Ну, просто я не знал, я же вот, что можно их ускорять сколько хочешь раз. Так, ну вот, удвоил сердца свои. Их целая куча стала. В принципе, куплю еще вот это вот улучшение. А, кстати, можно, наверное, сразу отсюда по карте не искать, а вот нажать сюда. А, нет, это вот пока лечебница. А дальше будет отделение диагностики, морг, микробиология, психиатрия и передвижная клиника. Это, в общем, конечно, еще много всего интересного. А, вот уже у меня уже 47 сердец накопилось. Интересно, какой максимальный лимит? Ну, не знаю. В следующий раз зайду в игру, узнаю, скажу. А, ну что ж, друзья, на сегодня наш обзор завершен. Надеюсь, он вам понравился. А, если так, то дождитесь следующей серии. Не забывайте поддерживать видео своими лайками и оставаться с нами. Пока-пока, до новых встреч!